18+. Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Аверзиной Светланой Викторовной, либо касается деятельности иностранного агента Каверзиной Светланой Викторовной. Дорогие родители, вот сейчас у детей идут каникулы, и мне кажется, вы, как взрослые люди, должны им рассказать о том, что есть растения у нас в Сибири, которые достаточно опасны для ребятишек. Вот смотрите, вот это пастернак луговой. Он примерно такой же, как борщевик сосновского, только вот он мельче, и его меньше знают. Вот если сок вот этого растения попадает на кожу ребенка, то он... сопротивляемость кожи солнечным лучам точно так же снижает, как борщевик сосновского. И под солнечными лучами, после того, как сок попал на кожу ребенка, могут возникнуть волдыри, ну вообще как вот солнечные ожоги. Поэтому, пожалуйста, пообщайтесь со своим ребятенком, расскажите ему про это растение. Вообще все зонтичные потенциально опасны в этом смысле. И давайте сделаем каникулы нашей ребятни более безопасными.